Сейчас аккумуляторные батареи делают из таких ядовитых металлов, как литий, свинец, кобальт и никель. Немецкие ученые разрабатывают более экологичные альтернативы на основе органических полимеров, которые показывают многообещающие возможности по хранению электроэнергии. Здесь, в Йене, мы разрабатываем экологичные батареи, в которых не содержатся тяжелые металлы и которые могут способствовать энергетическому переходу. Сейчас все знакомы с литиевыми батареями, которые используются в электроприборах. Для хранения электроэнергии в них используются металлы. Мы заменили их полимерами, пластиком. То есть мы сохраняем и извлекаем электроэнергию с помощью органических материалов, не используя металлы. Мы приступили к нашему исследованию после происшествия с реактором на Фукусиме. Мы занимаемся этим уже 10 лет. Скоро наши полимерные аккумуляторы появятся на рынке. Мы совершенствуем электролиты, чтобы обеспечить стабильность работы батарей и сделать содержащиеся в них химикаты совершенно безопасными. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время другие компании также займутся повышением их качества, и надеемся, что европейский зеленый курс сделает возможной реализацию таких крупных проектов, как этот.